Перспективы выращивания высококачественного семенного картофеля на территории Северной Осетии обсуждались на встрече временно исполняющего обязанности главы республики Тамерлана Агузарова и представителей европейской фирмы HZPC Holland, одного из крупнейших поставщиков элитного семенного картофеля. Совместно с северо-осетинским предприятием «Фатагро» зарубежная компания реализует в республике новый проект. Основная цель – получение качественного семенного материала картофеля и, соответственно, здорового урожая. Оценить плодородность осетинской земли, а также возможность выращивания новых сортов картофеля в высокогорных условиях приехал генеральный директор зарубежного предприятия Герард Бакс, а также представители российского филиала компании. Вместе с осетинскими коллегами они осмотрели лабораторию и теплицы «Фатагро» и остались приятно удивлены увиденным. То, что мы увидели сегодня здесь в лаборатории, мощности лаборатории, были очень сильно и приятно впечатлены от того от увиденного. И вчера Хират говорит, что мы посетили поля в горах, и та техника, та технология, которая используется в «Фатагро», она дает все возможности для производства высокого качества семенного картофеля. Так же, как и лаборатория, мощности лабораторий «Фатагро» позволяют также делать и производить качественный материал. Перспективами сотрудничества представители HZPC Holland позже поделились на встрече с руководством Северной Осетии. В разговоре в Рио главы республики Тамерлан Агузаров отметил перспективу выхода совместного предприятия на рынки России и Закавказья, подчеркнув при этом, что власти Северной Осетии будут всячески поддерживать перспективные проекты. Они способствуют созданию новых рабочих мест и пополнению местного бюджета. Те мероприятия, которые вы будете осуществлять на территории нашей республики, они принесут свой определенный вклад и свой потенциал в наше общее дело. По словам специалистов, как российских, так и голландских, Северная Осетия имеет уникальные климатические условия для выращивания семенного картофеля. В условиях импортозамещения производство собственного качественного материала сможет существенно поддержать сегмент сельского хозяйства в республике и придать уверенности в будущем. Яна Гагиева, Елена Гаглоева, Олег Рамонов, Осетия ТВ. Thank you.